А мельничку кто-то крутанет? Вы слышали новый клип Ice? Вот, я его только что написал. Это, по идее, с этого угла по законам физики надо забивать. Всем привет, друзья! Саня здесь. А сегодня у нас 1 апреля, а это значит день пранков и розыгрышей. И поэтому я решил притвориться ботаном, пойти на баскетбольную площадку и удивить всех своим навыком игры в баскетбол. Проделая небольшую работу над ошибками, которую вы писали в комментариях под прошлыми видео, я понял, что я недостаточно похож на ботана был в прошлом своем ролике. То есть у меня были видно татухи, была борода, мышцы там, тире-пыры, хотя мышцы я не особо там много увидел. Сегодня я пойду, так сказать, более замаскированный под ботана и посмотрим на реакцию людей, так как это, наверное, самое интересное и важное в этом ролике. Погнали! Ребята, можем пошпилить 3 на 3? Давно не играл, но сейчас хочу чуть-чуть размяться. Вообще не играй. Ну так, чуть-чуть люблю побросать. Ну тогда давайте сыграем. Ну всегда бывают такие случаи, правильно? У меня только в сильную команду, я не умею. Опа, футбольчик. Мальчики походят на качков. Ну не шари, вы походу будете рассказывать не все правила, поэтому. Надо попасть в кольцо. Сейчас будет, наверное. Где тут? Низковато. Обычно выше ловлю. Говорят, я второй Леброн Джеймс. Бляха, надо как-то перейти на одну руку. Не, не наш. Походу... А не, Таиланд, не наш. Ой, извини. Блин, сколько счет? У нас есть шансы еще? Слева. Ай-яй-яй-яй! На! О, защита, защита, пацаны! О, защита! О! О, это фол. Поближе, поближе подходи. Что ты? Оп! Оу, залетел! Что это было? Оу! Оу! А, дали забросить. А, блин. Сори, извини. Ладно. А не, не удержать меня. Камон. Перестань, успокойся. А аутов типа нету? А то он перешел все границы. Оу! Оу! Сбил очочки. Ничего, ничего. Не-не. Могу играть. Иди, попробуй, поставь заслон. Вот сюда. Я отбегаю сюда, а ты входишь. И забиваешь 2 очка. Ай, хорош. Моя школа. Ой-ой-ой-ой-ой! Подходи, подходи. Оп! 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 И мячик там. Мне надо ближе, короче. Надо ближе. Надо ближе, бро. Оу! Не. Сегодня не твой день, бро. Домой. Сука. Домой. Не, не верю, не верю, не верю. Я не верю. Ладно. Ты, думаю, хочешь ответ, да? Прям в лицо. Прям в лицо. О! На левую! На слабую руку. Я тут, я свое. Оу! Не, не, не. Я! Ну!
по зубам. Получил по зубам. Оставлю заслон. Ты обходишь меня? Я забиваю, давай. Он пропустит все равно. It was at this moment that he knew. He fucked up. Бля. Ай, хорош! Оу! Два очочка. Где спины? Где спины? Оу! Попробуем реверс в этот раз. Давай, один на один. Только ты и я. Только ты и я. Только ты и я. Давай. Оу, блокшотик. Не сегодня, бро. Нужно не крыть. Не попадет. 100%. Не. Домой. Пробуешь защищаться, я забиваюсь. Оу. Больше так не защищать. Опа. Хорош. Моя школа. Оу! Я поймал его? А то, мне кажется, пролетел чуть-чуть. Алёвчик. Хорош. Ой-ой-ой, хорош. Хорош, моя школа. Опа, перехват, я тут, ну! Аж окурок выпал. Это ваш? Нельзя курить. Оп. Оп. Это там. Фух. Еле допрыгнул. Давай, иди. Попробуй сюда. Оп. А, не сегодня. Оу. Алюпчик. Не, ребят, вы пропускаете или это защита у вас такая? Ну, добивай! О, гейм тайм! Спасибо. Ты защищался плохо. Вы плюс-минус. Ты хорош. Давайте их накажем. Много очков. Все? Ууу, неплохо. Бро, ты играешь? Можно с тобой пошпилить? Так, прикольная харизма. Как сделать такую прическу? Это надо завивку какую-то делать? Это от природы? Прикольно, я тоже такую хотел. Но получится такая только либо на яйцах, либо на бороде. Ой-ой-ой. Хорош. Так, все. Собрались на три. Раз, два, три. Снюс. Снюс. Воу. А мельничку кто-то крутанет? Хочешь узнать, что такое бросок настоящий? Понял? Учись. Это настоящий бросок. А ну-ка. Ой-ой-ой. Почти по локоть всадил. А можно с вами попробовать? Комбинация. Первая. Защита, вернулись. Хотя не, может и не возвращаться, их сам накрою. Неплохо. Подбор. Мы съем. Не, пацаны, надо защищаться. Просто двумя руками попробуй. Надо. Просто это ж просто. Законы физики включите, провести под определенным углом и получится все забить. Оп! Сюда руки! Три! Ааа, не попал! Оу! Оу! Пропустили.
Это физика. Просто физика. Ты хорош. Не так хорош, как я, но тоже. Оу! Криспол, косинус гипотенузы, просто умножаешь на катет и получается твой Джей Рич. Ой, очки спали. Я забил? А то я не увидел. Это, по идее, с этого угла по законам физики надо забивать. А, как бабушка играешь, серьезно. О! Короче, смотри, я подхожу сюда, ставлю слон вот так, вот так. Не, оп, и обманочка, оп, сюда. Оп. О! Айс, айс, вы слышали новый клип? Айс. Вот, я его только что написал. Стоим, да много, подбора нет, подбора нет. А подбор не нужен. Ох, какие. Вот это было неплохо. Хороший люб. На весик парашютик кто мне дал? В очках. Снять это! А, я добавил. Я подстраховал. Мы команда. Это был нормальный скуп? Или такой свой? Что ты? Я тебе дам после игры какие-то уроки, как ставить руку. Потом я буду, ты будешь бросать, а защищаться и наоборот. Я помогу тебе. Все, я в атаке, я в атаке, я в атаке. Вот так вот. Парень в детстве так забивал, говорит. Ну да. Суровое детство было у тебя. Пас! Ну! А, здесь солнце. Солнце. О-о-о-о! Ребята, сушите весла. Спасибо за игру. Сушите. Не, мы выиграли. Вы играли, ну, такое, если честно. Ты хорош. Спасибо. Спасибо за игру. Спасибо за навесы. Спасибо за навесы. Ты играл. Играл. Друзья, огромное спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, пранк получился. Надеюсь, вам понравилось. Как вам мой образ новенький? Вот этот. Без бороды, зализанной причесочкой, с очочками, может быть, его оставить. Оцените его, пожалуйста, в комментариях. А с вами был новый Саня. Увидимся в крутых видосах. Вы помните, набираем 10 000 лайков. И я выпускаю новый ролик про ботана.